маленькой дорожке красивее. И домик такой в снегу. Это снег. У нас где-то 1700 метров высота. Мы поднимаемся на... Еще 15 поворотов, и мы выйдем с Нокльштрассе. Первое место нашего путешествия по Австрии – это панорамная дорога Нокльм Роуд. Где-то 12 километров до начала и 24 километра до самой красивого места дороги. Это Таня. Таня пока спит, как и все. Спит, одним глазиком смотрит за красотами вокруг. Мы едем от нашего дикого отеля по маленькой дорожке красивенной. В первую же ночь мы погрузились в колорит Австрии, такой настоящую дикую какую-то нетронутую Австрию. Вот этот домик я вчера видел, наверное, такой, в таком классном стиле. В этом регионе очень много горнолыжных спусков, таких маленьких, небольших. Ой, какой снежочек слева. И домик такой в снегу. Это снег, это не иней. Ехали в маленькое новое село, красивое, дикое. 9 километров до центра, до перевала, наверное, на дороге Нокльм. Через 300 метров тримайтеся левіше. Таня сказала 10 раз слово красиво. Больше? Невероятно. Фонарики красивые. Как они же вчера светились, нет? Как они светятся? Ну они какие-то, как, я не знаю, ну это ж не газовые. Тримайтеся левіше, потім тримайтеся. Не желтенькие деревья на вершинке. Топливо наше по... О, евро 35 дешевле, чем в Германии. В Германии по евро 60, евро 35 топливо. Километра нам нужно проехать. Мы повернули на дорогу Нокльмштрассе, и где-то через километра 2-3 у нас будет КПП, где возможно придется что-то заплатить за проезд. Дорога наберет, наверное, километра 2, наверное, мы будем уже в снегу. Таня уже оделась для снега. Смотри, как красиво, Таня. Но мне не хватает чуть желтых деревьев, но я думаю, что дальше, может, в каком-то регионе они вообще будут желтые-прижелтые. Да, нюанс нашей машины, что, как я говорил, продувают с-под двери, дует холодный воздух, и приходится запихивать в дверь какие-то кофты, утепляться как-то. Мы подъезжаем к КПП, где нужно будет заплатить за проезд по дороге Нокльм. Нокльмштрассе. Мне как бы по-другому немножко она называется. Всего-то 20 евро.
за 30 километров дороги. Ползет у нас дорожка вверх понемногу. Сейчас начнется серпантин. Сейчас 1400 метров. Нужно набрать где-то 2-2100 по карте. Не по карте, по инструкции к этой дороге нам дали инструкцию. Вот высота 1438 была, а у меня 1446 на навигаторе. То есть 10 метров всего разницы. Вот, новый указатель высоты. Сколько мы набрали? 10 метров. 1455, где-то меньше даже. А, не, 15 набрали где-то. Буквально за пару метров проехали, плюс 20 метров где-то. О! Ну зачем ставить на каждом повороте, какая у нас высота? А, нет, это 50 поворотов нам нужно серпантина проехать, и на каждом повороте серпантина стоит высота. Мы поднялись на 1600 метров, а где-то уже на 2000 метров лежит снег. У нас очередная смотровая площадка на высоте 1845 метров. Суровая погода, ветер минус один. Холодно там? Не настолько прям, чтобы сидеть в машине. Не, мы едем дальше. Я выйду на высоте. У нас где-то 1700 метров высота. И температура минус 0,5 градуса. На дороге, кстати, даже немножечко скользко. Снег наступает. 45 поворотов серпантина до выезда с дороги. Мы выехали на перевал. 2024 метра. Вот как бы он заклеен наклейками. На перевале кафе, которое даже работает. Почистили снег. Прочистили парковку. Мы поднимаемся на второй перевал, пока набрали высоту 1911 метров. У нас опять минус 2 температура.
18 поворотиков серпантина еще до выезда с этой дороги. Внизу красиво петляет, но все-таки не полностью видно. Бурундук. Еще 15 поворотов, и мы выйдем с Нокл-штрассы. А пока такой красивенный каньончик. Очень красивый. Причем за перевалом сразу все течет. Растает снег. 3,5 градуса тоже температура. Мы выехали с Нокл-роу. Там 26 километров ехать до Мальтийской